Все мы любим блюда из домашнего фарша, ведь в его качестве и свежести мы всегда можем быть уверены. Но при использовании ручной мясорубки приходится прикладывать слишком много усилий, а электрическая может быть громоздкой, тяжелой, да и мыть ее дело непростое и требует много времени. Но есть мясорубка, которая занимает мало места на кухне, быстро делает фарш и ее просто мыть. Это Philips HR2713. Максимальная мощность мотора этой мясорубки может достигать 1600 Вт, а рабочая или номинальная составляет 450 Вт. Это дает возможность перерабатывать не только нежное филе птицы, рыбы или мясную вырезку, но и смело прокручивать жилки и сухожилия, встречающиеся в мясе разных видов. Проведем эксперимент на производительность. Возьмем мясорубку Philips и переработаем 2 кг куриного филе. Обратите внимание, как быстро со своей задачей справляется эта мясорубка. Время переработки 2 кг составило 1 минуту 14 секунд. Самое сложное в работе с мясорубкой – помыть ее после использования. Особенно это касается решеток для фарша. Хозяйки используют и зубочистки, и ёршики. Но инженеры Philips нашли решение. Вот такой двусторонний аксессуар в разы сокращает время мытья решеток. Просто поместите решетку на аксессуар и промойте ее под струей воды. 5 секунд, и решетка чистая. При сборке обычной мясорубки нож часто устанавливают не той стороной, что сказывается на качестве фарша. Нож и шнек мясорубки Philips имеют специальный дизайн, поэтому вы точно не ошибетесь при установке. В комплект мясорубки HR2713 входят две решетки из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 5 и 8 мм, а также две насадки для домашних колбасок и сосисок. Насадка диаметром 12 мм предназначена для тонких колбасок, а диаметром 22 мм для более крупных. В нашем примере мы используем коллагеновую оболочку. Любителей котлет с начинкой порадует насадка для кебби. Насадки барабана для терки и шинковки позволяют нарезать овощи, фрукты и другие ингредиенты для салата, запеканки или пирога. Две насадки для шинковки позволяют получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает продукты за считанные секунды. Для обеспечения надежности и устойчивости к большим нагрузкам установлен прочный металлический соединительный элемент. Обратите внимание на компактный размер этой мясорубки. Она легко поместится даже на небольшой кухне. Подведем итог. Мясорубка Philips HR2713 позволит вам чаще готовить любимые блюда. Ведь фарш с ее помощью можно сделать быстро и без усилий. Она легко моется и занимает мало места на кухне. Innovation and you. Philips.